Всем здравствуйте. Наткнулись на свежий куничий след. Чё, шорох, скажешь? Будем искать. Это-то куда-то свернуло. То ли что-то унюхало, то ли просто куда-то побежало. Попробуем. Попробуем, что будет интересно. Включусь, чего не будет, не включусь. Так, ну ладно, будем искать, будем тропить, обрезать. В общем, не знаю я. Прошел я вот так вот кругом, не знаю, метров 500, наверное. И что-то я выходного следа вроде как куничьего там не нашел. Единственное, если ушел верхом, а я его упустил где-то из виду, не увидел. Но там лес пореже, я думаю, все равно бы где-то он спускался. Так, а тут где-то я его пересек, тут маленькую вот деляну захомлену. Собаки-то, конечно же, у меня такого зверя не видывали. Но когда-то же начинать надо с чего-то. А он вот он зашел сюда. След здоровенный. Ну, сейчас буду где-то смотреть, может быть, в куче окажется. Да, шорох? Может быть, ладно. Что будет интересно, включусь. Что будет, если... Сейчас будем смотреть пни, деревья, может, где дуплисты. Ну, Грета вроде начала какой-то интерес проявлять. Вот он тут бегал. Кун. Я думаю, что это именно кун. Вот, видимо, мышей ловил. Вон туда он есть следы вроде. И сюда вот вроде есть следы. Ищите, ищите, давайте. Так, да, вот он. Пошел, пошел. Где-то он здесь, значит. Может быть, найдем даже. Ну, не найдем, ну что теперь. Эх, не вижу сейчас. Нет, нету. Говорят, обратно вернулась. Так, тут вот тоже следы у него были. Старые. Идем искать, идем искать. Что-то походу уж я его упустил. И он ушел в другое место. Да. А где я его так упустил, когда? Очень жаль. Очень-очень жаль, блин. Ага, оказывается, правда, упустил он в этом месте. Проглядел. Ладно, дальше будем ходить, искать, обрезать. Так все просто же должно было быть, правильно? Слишком просто тоже нехорошо.
будем искать. Ну что там? Прямо не знаю. Мне так кажется, вот он, следышек. Ну сейчас он до тех вот березок обошел. Следа не увидел. Изначально он там потерял. Или вон там ли. На дерево залезло, все, нету. Вот так вот обошел, нету. Сейчас наоборот отсюда встретился нам навстречу. Опять же в том направлении. Я думал, ушла верхом. Там что-то собаки среагировали. Сейчас буду помогать. Может, конечно, тут ничего и нету, но раз они активность проявляют, надо их заинтересовывать, помогать им. Вроде как, в общем, зверь там есть. Отдайте, отдайте, ищите. Может, конечно, мышей. Они у меня там ищут. Вот она. Вот и первое знакомство. Шорох пока не может сообразить, куда надо смотреть. Возьми, 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 возьми. Молодец, молодец, молодец. Грет, вон она. Так, сейчас я маленько вопрос заставлю поактивничать, наверное. Вон, 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 вон она. Пойди возьми. Ну
Возьми. Сейчас будем как-нибудь шороха заинтересовать. Палки покидаю, может быть, что ли. Шорох, ну вон он. Сейчас уже почти шороха заинтересовали. Ворон к нам прилетел. Головой крутит, не может сориентироваться пока, с какого дерева. В общем, прошло у нас уже минут 20, наверное. Никак мы не можем шороха заинтересовать. Голову поднимает вверх. Она в этот момент то ли не шевелится. Урчит. Молодец. Ладно, продолжаю пробовать заинтересовывать. Хоть Грета поработает. Сорока уже к нам прилетела. Молодец, Грета. Ворона прилетела, в общем, сначала ворон, потом сорока, сейчас ворона. Лезу уже, в общем, шороху рукой показать.
куда надо смотреть. Не знаю, у кого силы быстрее кончатся. Говорит ему, это не надо. Вот это молодец. Ну что, я-то уже почти до нее долез. Тоненькая, блин, она дальше. Собаки-то где-то у меня. Шорох, айда. Айда, вот, смотри на меня, айда, вот он я, Шор. Шор. Шорох. Шора, смотри выше меня-то. Ох, не знаю. Как еще его заманить? Осталось тут 6 метров, наверное, до нее. Есть у меня такие мысли, что макушка не выдержит. Мне тут уже порядочно так лететь. 10 метров. Эх, ладно, пробуем дальше. Ну, в общем, не знаю, а как уже мне заманить этого Шороха, да, Шорох? Чтобы он смотрел не на меня, а на куницу. А там уже что-то я стал чувствовать, что чем я сильнее качаю и дольше, тем у меня вроде уже руки такое ощущение отпустить их. Я, в общем, решил я слезть и сейчас покидал палками. Никого, долез я примерно как раз до палки. Даже, наверное, выше. Ну ладно. Час мы уже, наверное, тут одолеваем. Не захотел Шорох свое полугодовалое день рождения. То ли у него сегодня, то ли вчера, либо завтра будет. Или 12-го, или 13-го, либо 14-го ему полгода. Ладно, сейчас стрельну. И на сторону дома уже конец дня.